мы с моим корешем, вы, наверное, знаете, кто это такой, идем к гитарному мастеру по имени, как его зовут? Короче, в народе его так зовут. Короче, по какому поводу мы будем ставить новые колки планеты овец? Локовые с автотримом. Нифига себе. Вот мы заходим в некое заведение. Куча хлама. Куча тачек. Павли, я тоже хлам. Кончены. Здесь живет гитарный мастер. Как надо еще найти? Он не живет, а работает. Можно и так сказать. Чего? Ну вот, короче. Интерьерчики. Экстерьерчики. Шикарные. Нормальная тема. Смотри, какое кресло. Фирма. Ага. Написано, что он скоро будет. Алло. Да. Не, я у мастера. Все, пока. Так, ну давай посмотрим, что там, что ты там купил. И какой там этот самый, подожди. Какой там крепеж-то? Другой, наверное, какой-нибудь. Planet Wave, я не помню, какой там крепеж. Ну, гайки, шайбы у меня есть. Да, там понятно, гайки, шайбы. А там какие-то, знаешь, стопорные какие-то должны быть. Там, смотри. Там, в общем, сейчас покажу. Давай, пока. Купил. Ничего я пока не купил. Не купил? А что? Взял только что? Вот с этой же. Ну и правильно, что? Хороший инструмент. Хреново. Трубников. Что, звучит хорошо? Ну, как вам сказать? А что, к Ваке надо было пойти? Он бы сделал эти колки, поставил. Он же главный командир, по этой гитаре. Ну, не знаю, он тут делов на руле. Таких, очень огорчили. Каких таких делов? Там он ставил колки, он неровно дырку. Ну и что? Рассверлил. Ну и что? И что? Налепил кусок дерева, чтобы выровнять с обратной стороны. Ну правильно, завтулил и посвердил опять. Как по-другому-то? Ну не делал же долго. Ну да, из-за этого. Ничего там страшного я не вижу. Сколько нового заготовок? Ух ты! Алло? Здорово, Леша! Что такое у тебя там случилось? Да ничего, заживай. А то ты как звонишь, видишь, какие-то проблемы у тебя. То не то засверлил, не то не то застрахал. Да, звонил. Отрушил. А, даже заправлять надо и точить. Мотор, болванку, чтобы вставлялось. Нельзя. Токарь нельзя. Все музыканты пидорасы, все мельчики гандоны. Все токарь его. Все токарь его. Они только могут тормозные диски прокачивать. Хуже гулей. И все. Так, давай. Такс. Ну и что? Ну, я прикидываю. Еще полтора года. Теория там будет. Теория у нас на первом курсе закончилась. Это гармония. Сейчас гармония, полифония. Полифония преподает? Полифония, да, только у теоретики. По-моему, на четвертом курсе полифония нет. Гармония знаю, этого квинтовая круги все. Это пи***. Полифония это пи***. Это шо куда можно, шо куда нельзя называется.
Туда нельзя, туда нельзя. Никуда нельзя. А куда можно? А хуй его знает. Вот, основная версия полифонистов, теоретиков. Туда нельзя, оттуда нельзя. А куда можно? Это у нас так в институте шутили. А куда можно? Никуда нельзя. А в современной музыке можно везде и все. И параллельные квинты, и квад, и все, что хочешь, что я сделаю. Лишь бы она. Лишь бы у тебя бабки было потом. Почему же консерваторцы рокеров не воспринимают? Чтобы потом заплатить, чтобы твое творение услышали. Там свобода, ты гуляй как хочешь. Какой-то звук издал, ты не знаешь, как он называется, неправильно определить. Так. Главное, правильно звук. Ты что, блядь? Тут же надо знать, это же, я же консерваторец. Да. Какая разница, звучит, да и звучит. Запомнил. Нет, ну это классная вещь, конечно, полифония. Ты знаешь, как даже вот звучала эта вещь. Туда что разрешается. Хороший. Да, как Сережа мой басист, как залезет куда-то, где бы не ориентируется, там, через нахрена ты туда лезешь. Возьми 2-3 ноты, обыграй его их просто красиво, аккуратнее. Он сам туда залезет, но и меня затянет, я потом сижу, вообще не понимаю, где он на любом свете. Ну сейчас начал уже потихоньку. Это ты сам что выковырил тут? Нет. А кто выковырил? Это было-то. Ну прошу, что склонить вайкой внешне, там такой шайбы. Ну скроет. Вот у нас оно практически тут. Практически 10 на 10. Вот там не миллиметр. А можно ее как-то отполировать или что-то сделать? Скорее всего, провернулся этот самый, да? Кто? Наверное, провернулся ключ, и поэтому уже крутили, чем могли. А-а-а. Ну, я так подозреваю, что ключ провернулся. Да нет, не провернулся. А что его так? Так его, бедную-то. Жизнь. Да. Дураки побили. Крутили. Наверное, ключа не было. Чем крутили по скалусам какие-то. Ребята просто не мебельщики такими ключами не пользуются. Так и что, не сильно доволен этим инструментом? Ну, нужно все-таки иметь два инструмента, я считаю. Своя передача на YouTube. Да? Да. Мы вас хотим пропиарить. Не надо мне. Чего? Вот это делать не надо. Вот это я сразу запрещаю. Ну ладно. Пиарить не надо. Мы скроем лица. Лица скрыть, ведь все, не говорить ничего. Мне без пиаров тут хватает. Вот так вот. Я вот тут сижу в дырочке. В отверстии. За углом, что никто не может найти. Им не очень комфортно. Да нет, а ничего страшного, если бы никто не лазил. Если бы сломали, вы принесли бы. Вообще без проблем. Но хороший клей взяли бы назад и уже бы играли бы. А что же вы тут все поете? Капец. Все уже испортили. Что вы идею Сашу расстраивает? Да нет. Что меня расстраивает? Он все-таки. Еще накладывает.
своего. Спал, вели красотку. Братуха. Локовые колки. Шалер больше. Конечно. Шалер в деле будет. Как тебе поход, дядя Саша? Ну, в принципе, как и всегда. Позитивные вибрации и все такое. Это капец. Ой, сейчас я шарфик надену. А то, блядь, болею. Теперь с колками. Теперь с колками. Теперь будет машина работать. Да, еще роликовый порожек надо заказать. По совету дяди Саши. Так что, таки будешь себе когда-нибудь в будущем гипсон заказывать? Да, буду. В принципе, да. 400 бакарей за дерево. Так это полностью с ладами. И лада? Лады тоже? Ну да. Только лады, она в смысле фурнитура это отдельно, да? Фурнитура, да, отдельно. Прикольно. Да, прикольно. Все, погнали. Привет. Поход номер два. Как бы финальная стадия. Установка машины тремоло и ее отстройка. Да. Ну и еще там пару мелочей. Погнали. Погнали. Это вот, ну вот. Это вот. Угу. Автомобильное масло трансмиссионное. Ну, чтоб порожек, по-моему. Да, поможет. Куда же лучше масло жить? Лучше не бывает. И по густоте, и по скользкости, и по долготе. Коробку наливает один раз в машину, и она всю жизнь ездит. Так, ты умеешь это делать уже? Да. Ну, иди делай. Да. Куда там, какие штоки должны смотреть? Иди тренируйся. Там не аж стал. Ну, вчера пробовал. Ну, что страшного? Куда штоки должны смотреть? Вот сюда. Сюда. Ну, правильно. Откручивай то, вставляй, натягивай как можно сильнее. Закручивай и обрезай. И крути. Ну, обрежься саму. Влезет? Ну, если не влезет, открути еще. Ага. Давай. Не влезай. Не лезет, так держи. Значит, неправильно стоит. Как-то ты все боишься вот это. Держи. Вот это тянешь на себя как можно сильнее, а снизу закручиваешь как можно сильнее. Вот так. Вот. А теперь крути. Да, вот так. Вот так. Все. Все. Следующее. Да. Делай так же. Стол убери. Решает. Да, так ты шутка. Это капец.
Это секс. Фирма. Да. Все.